Уважаемые члены Совета, проект резолюции – очевидный пример двойных стандартов. Евросоюз в Минске нам говорит одно, а здесь действует по-другому. Грубо и неприкрыто вмешивается в политический процесс в моей стране, выборы главы государства. Основополагающий принцип международного права, закрепленный в уставе ООН, невмешательство во внутренние дела государств беззастенчиво нарушается. Беларусь никогда не согласится с таким порядком вещей в международных отношениях. Мы призываем Евросоюз прекратить злоупотреблять международными правозащитными механизмами под надуманными предлогами защиты прав человека. Мы никогда не согласимся с тем, что Евросоюз представляет собой общество, которое обладает монополией над обыкновенной здравым смыслом. Беларусь отклоняет этот проект резолюции как противоречащий уставу ООН. Он не имеет ничего общего с правами человека. Такие резолюции являются провокационными, по сути, поскольку создают атмосферу конфронтации, напряженности и недоверия. Специальный докладчик не содействует процессу в области прав человека в Беларуси и прогрессу в этой области. Его информация Совету безнадежно неадекватна. Беларусь привержена своим международным обязательствам в области прав человека, продолжит планомерно совершенствовать свою национальную систему защиты прав человека и сотрудничать с общепризнанными правозащитными механизмами. Ситуация в Беларуси не требует внимания Совета. Мы призываем членов Совета проголосовать против данного проекта резолюции. Мы просим членов Совета не становиться частью политического процесса, направленного против интересов белорусского общества. Мандат специального докладчика по Беларуси должен быть упразднен. Благодарю.